Пятница. Приветствую всех любителей старой японской и не только японской аудиотехники. С вами канал Доктор Тейп Алексей. Но сегодня у нас вновь представитель от компании Sanyo. Это модель M4550K. В недавних обзорах я рассказывал о модели M4520 для европейского рынка с диапазоном 88-104. Классическая модель. Очень интересная, рассказывал о всех плюсах и минусах. Ссылочка будет в описании на ролик. Но эта модель очень сильно отличается от модели 4520, хотя эргономика вся та же самая. Размеры. Единственное отличие от модели 4520 – это внешнее исполнение корпуса. Ну, первое, что бросается в глаза, это один большой индикатор – стрелочный на передней панели. А у 4520 там сделано два больших индикатора. Дальше, значит, у нас сделана функция поиска по паузам на три паузы. Ну и, конечно же, диапазон 88-108. Ну и все ручки исполнены в хроме. Все функции те же самые, но эта модель, я хочу вам сразу сказать, она мне встречается впервые. Я даже не представлял, что есть такой аппарат 4550, потому что в каталогах Reclo Sharp, где мы можем посмотреть практически все модели, исполняемые японским и не только японским рынком, но такого аппарата там нет. И точная стоимость его остается загадкой, потому что модель 4520 79 года выпуска на тот момент стоила $175. Сколько этот аппарат стоит? Ну вот, можно, наверное, только догадываться. Скорее всего, он был немного дороже и делался, возможно, что для азиатского рынка. Потому что азиатский рынок очень любил по большей части хром, ну и исполнение в серебристом цвете. Это не внутренний рынок, я вам сразу скажу, но, скорее всего, его доработали и сделали азиатским. Вот, наверное, все, что могу сказать про него. Что-то внутри, конечно же, мы дальше посмотрим, как он исполнен, потому что замечаний было очень много по ремонту-восстановлению 4520. Что будет здесь, мы все посмотрим, обо всем я расскажу. И, как видите, у нас в кассетоприемнике лежит пакетик. Я вам сейчас расскажу, что за пакетик. Дело в том, что здесь вот на ролик, который получается у нас справа, у него отлетела шайбочка, фиксатор, вернее, отлетел фиксатор, который, значит, держит наматывающий ролик. Но это починим, это все ерунда. И еще одна у него проблема. Дело в том, что если посильнее открыть крышку, она отваливается. То есть будем смотреть, разбираться. И также болезнь у него по поводу радио. Нет FM-стерео. Будем разбираться. Потому что сейчас вот работает сильная станция. Ну и регуляторы тоже все шуршат. Будем разбираться. Вот такие задачи у нас предстоят. Кроме того, по косметике. Внутри через шкалу видно пыль, даже паутина. Но вот шкала, которая, значит, идет ниже, алюминиевая такая пластиночка вставлена, она гнутая. Это говорит о том, что туда уже лазили. И по корпусу у нас есть также замечание. Это потертости на углах. Как обычно, у нас протираются углы от переноски. Постараемся сделать косметику. Вот, в принципе, какие работы мы будем делать. Давайте будем сейчас его разбирать и смотреть, как он внутри устроен. Есть ли отличия. Thank you.
Итак, разобрал я, вытащил, вернее, внутренности этого аппарата. Ну, хочу сказать, что здесь все то же самое, как и в 4520. Те же самые микросхемы, усилители раздельные, без радиаторов, LA4112. Ну, совершенно все то же самое. Кинематика, но единственное, что сделан, еще не снимал ее, потому что нужно, для того, чтобы снять, нужно вытащить, открутить плату основную, и оттуда изнутри она выкручивается. Вот. Ну и тюнер, конечно же, тот же самый, все то же самое. Поэтому останавливаться здесь не буду. Единственное, хочу сказать, что вот я заклеил индикаторы, да, чтобы не поцарапать. Владелец этого аппарата хочет, чтобы сделать, хочет сделать подсветку. Подсветку индикаторов и подсветку шкалы. Вот сейчас я с ним разговариваю, как это лучше сделать и каким цветом. Ну и в конце, конечно же, все увидите. Вот. Единственное, что дополнено в этом аппарате, как я говорил, это вот система AMSS, то есть автоматический поиск по паузам, да. И вот, наверное, единственный разъем, который здесь вот есть. Подключается здесь регулятор на оба канала, чувствительность. Наверное, вот. И все отличия. Хотел показать по кинематике. Ну, головка в нормальном состоянии еще послужит. Ролик я освежил, он уже был глянцевый, но он еще в нормальном эластичном состоянии. Конечно, есть пятна ржавчины и старое масло. Немножко убрал я, добавил свежего. Кинематика еще поработает.
пасеки посмотрел, их меняли, но один пасек пришлось, конечно, заменить. Это что касаемо кинематики. Ну и пасек на счетчик тоже поменял, он был растянут. Также поставил то, что было в пакетике. Это вот заглушечка и пружинку вместе с подматывающим роликом. Все это поставил на место. Ну, с обратной стороны гораздо лучше состояние. Ну, тоже, значит, заменил смазочку, обновил. Вот как раз я говорил, соленоид, который работает на систему поиска. Ну и также я говорил, чтобы снять целиком кинематику со своего места посадочного, нужно снять клавиши, иначе так не вытащить ее. Клавиши снимаются ужасно неприятно, они сидят на защелках, сейчас вам покажу. Вот, защелки, их нужно немножко отгибать, чтобы их вытащить с своего посадочного места. Пока мне перерыв, соседи ремонт делают, перфоратором сверлит. Хотел вам показать по поводу подсветки. Но стрелочный индикатор, который у нас показывает уровень бортовой сети, а также настройки тюнера, я питание взял от бортовой сети. То есть при включении магнитофона в сеть он сразу загорается, да, то есть и горит постоянно. То есть, как бы сигнализирую, что питание включено. Как я говорил, значит, у нас не работало стерео, FM стерео. Это тоже, да. Пришлось подстроить частоту стереодекодера, и все заработало. И вот у нас как теперь выглядит подсветка шкалы. То есть хозяин этого аппарата хотел сначала просто подсветить шкалу, но я ему объяснил, что эффекта не будет. Будет просто подсветка стекла, и будет видно вся пыль, все царапины. Поэтому я ему предложил подсветить бегунок верньера. Он широкий, пластиковый, и за счет переломления света он хорошо подсвечивает в районе ширины вот самого бегунка. Ну вот это вот сверху это все скроется. Значит, как я сделал, сверху светодиод, ну и конечно же закрыл фольгой, чтобы лишний свет не убегал и отражался на сам бегунок. Ну и вот этот вот тонкий эластичный проводок, он, да, бегает вместе с бегунком. Все работает, я проверил. Ну, я думаю, что со временем все это будет хорошо. Вот, а по поводу стрелочного индикатора, который находится у нас ниже ленты протяжного механизма, вы уже увидите чуть позже. Все, ну я начинаю собирать, поэтому скоро увидимся. Ну вот, очередной пациент у нас снова на столе. Это значит, что ремонтная работа окончена, и мы теперь подводим итоги. Первое, что было сделано, это, конечно, его мойка. Хоть и с виду он казался вроде бы чистый, но на самом деле очень много было сажи, и она смывалась. Видно, он стоял где-то, может быть, на кухне, где курили. Это все почистилось. От покрасочных каких-то косметических работ владелец отказался. Сказал, в принципе, его все устраивает. Но на самом деле, да, небольшие потертости, они не сильно влияют на внешний вид этого аппарата. Самое главное, что он весь целый, без сколов, без трещин. Единственное, что этот аппарат очень часто носили на пикники, видно, или еще что-то куда-то, и у него очень сильно пострадало с глубокими царапинами стекло шкалы. Я как по возможности мелкие шлифовал, но глубокие, конечно, по-хорошему нужно снимать стекло, но оно, к сожалению, очень хорошо приклеено, поэтому все, что было возможно с полировкой стекла, я, конечно, выполнил. Дальше я занялся лентопротяжным механизмом. Хочу сразу сказать, что этот аппарат скрывался и не раз. Где-то аккуратно, конечно, непрофессионально. Пасеки менялись.
Я все пасеки поменял, поставил с размерные. Также, значит, освежил прижимной ролик. Он не был бочонком, но он уже такой весь был глянцевый. Поэтому сейчас он в нормальном состоянии. Головка, по возможности, конечно, можно поменять, но она еще поработает. По лендопротяжке не удалось сделать систему АМСС. Дело в том, что там сломана пружина, но чтобы ее снять, там заклепана в теле самого шасси лентопротяжного механизма эта система, и невозможно ничего сделать. Поэтому эта система у нас не работает. Вернее, она работает, но логика у нее работает, но, значит, сам соленоид не работает. Дело в том, что пружинка, она подводит примагниченную пластину к соленоиду в постоянно закрытое положение. Ну, в данном случае как раз она не подводит. Ну, я думаю, что это не страшно. В основном весь лентопротяжный механизм рабочий. Подстроил скорость, детонация минимальная. По радио было только подстройка частоты стереодекодера. Радио довольно-таки уверенно ловит в стереорежиме. Далее по динамикам. Конечно, аппарат послушали. Большое количество пыли присутствовало за грилями этих решеточек. Динамики очень были пыльные. Все это почистилось. Кроме того, я их зачернил. Они целые, еще поработают. С динамиками сейчас все хорошо. Ну и последняя работа, которая, значит, была сделана, это подсветка. Владелец этого магнитофона хотел подсветить его, чтобы он выглядел понаряднее. Цвета и места подсветок тоже оговаривались. Единственное, что, как я говорил, он хотел, значит, с обоих боков сделать зеленую подсветку, но потом я ему объяснил, что очень интересно было бы, если мы подсветим именно бегунок верньера, потому что он полностью из оргстекла, и вот этот цвет, он очень хорошо переломляет, подсвечивает всю шкалу. Ну, сейчас мы дальше посмотрим. Ну, и прежде чем начать прослушивать этот магнитофон и смотреть, что у нас получилось, хотел небольшой итог подвести. Ну, хотя он по звуку и по функциональности мало отличается от магнитофона Sanyo M4500, где я более конкретно уже все рассказывал, но хочу еще раз, может быть, повториться. Ну, по внешнему виду, да, он очень симпатичен. Тем более, вот эта модель 4550 мне встречается первый раз. Я был даже удивлен. Долго вспоминал, на кого же он похож, но на самом деле все тот же 4500. Лентопротяжный механизм. Ну, в принципе, четверочка. Она железная. Довольно-таки так все надежно сделано. Радио также, значит, четверочка с плюсом. Ну, из-за того, что есть индикатор настройки на станцию. Звук. По звуку, опять же, значит, также повторюсь, звук неплохой, но лучше было бы, если бы сюда поставили либо 14, либо 16 динамики. Я думаю, что он гораздо получше звучал по низким частотам, ну а так, в принципе, он ровненько играет. Единственный минус аппаратов, что 4500, что 4550, это то, что отсутствие разъемов. Очень большое неудобство в ремонте, потому что приходится эту большую плату постоянно откидывать. На ней сбоку подключено там по порядкам 30 проводов подходит. Это постоянно отламывается и приходится подпаивать. Это, конечно, большой минус в ремонте этого аппарата. Ну и так, общая оценка 4 с плюсом. Это мое мнение, я еще раз напомню. Может быть, у кого-то будет другое мнение, но я всегда напоминаю. Ну, давайте перейдем к прослушиванию. Начнем традиционно с радио. Как видите, когда включается радио, сразу загорается, значит, бегунок зелененьким приятным цветом. Ну и начнем поиск станции. Долго останавливаться не будем, потому что YouTube очень строго к музыке. Мыть руки не менее 20 секунд. Проект «Мир юрского периода». Обращение к врачу – самое главное для сдерживания. Муни. Хорошая репутация организации.
фирма госгарантии. Кадмин также плохо. Ну, в принципе, как видите, местные станции он очень хорошо принимает. Как помните, у нас также отваливался карман при резком открытии. Дело в том, что здесь система SoftJack сделана так, что мы нажимаем на клавишу Eject, и у нас сначала кассетоприемник падает, а потом срабатывает демпферный механизм. Очень интересная система. На аппарате Sanyo M4200 такая же система. То есть сначала откидывается наполовину, а потом уже подхватывает механизм демпфирования. Поэтому такое интересное решение. Так, тейп. Напомнить всем, не забывайте подписаться, ставьте лайки, комментарии обязательно пишите. Ну и всем пока, до следующего видео.